Ребята молодые, должны сами думать. Это мы их должны немножко даже не подстегивать, а наоборот останавливать. Но в основном, да, пашут пацаны, молодцы. Отдохнул, подготовил свой организм к новому сезону. Приезжал тренер из Москвы, позанимались с ним 2 недели вместе с Владом Сухачевым, с Фокином, с ребятами 2007 года. И начали подготовку по программе Вадима Викторовича Гузика. Ну, соответственно, не всегда все получалось сделать, как бы нагрузки накладывались, и сейчас готовимся к новому сезону. Только побеждать в этом сезоне, охота дать максимум результата, максимум побед. Радовать болельщиков и бороться за кубок обязательно. Заехали на базу. У нас один лед по группам, да, и земля вторая, там тренировка. Ну, меняем там. В основном, в принципе, сейчас на льду и на земле это аэробная работа. Готовим организм к основной работе. Ну, так вот в плановом режиме. У нас сейчас 30 человек, 6 составов. Уже работа по часу, аэробная работа. Так присматриваемся к ребятам, кто на что способен. То есть пока каких-то выводов определенных, но делать нельзя. Пока не начнем играть, да, там спарринные игры, турниры, потом все будет это видно.